сегодня немножко непривычный зал. С одной стороны, наши традиционные посетители лектория Российской национальной библиотеки, с другой стороны, почитатели драмы. Но и для... Действующие лица. Дон Жуан, Аскольд. Мне подадут вина. Чью минуту? Дамочка одна, такая вся веселая и в теле. Какая дама? Где она? На рынке вчера видала. Чтоб тебя, дурак. Такие формы. Платьице вот так вот оттягивает здесь. Глядите, язва мучит вас. Меня не мучает. Я к примеру. Алоэ полкило поели, раз, и язвы нет. Но надо иметь веру. Это не лохит. Красавец. Он из почки. Из почки? Да, из правой. Как из почки? Ну, это мой сеньор еще цветочки. Вот сюда. В пинце вся суть, как бабочка в личинке. Вот врач Гален, я на него сослался. Тот 40 дней одной пыльцой питался. Да? Но зачем? Бессмертным стать стараться. Стал? Умер в день 40-х. От голода? Да нет. Пыльцой прошу прощения подавить. 3 дня мы гроб топили. И, наконец, засыпали опять, и столько же вы слез над ним пролили. О. Он успокоился? Нет, всплыл. Нет. Пришлось могильную плиту. Здесь, глядись, дружище. Это Донна Анна. Какая страсть, Алькольд. А этот рот. У нее здесь, и здесь. Все было без изъян. Толста, как Боров. О, май, да не толста, дурак. Такие раньше же одежды были. 100 потов сойдет, пока ты через них достанешь. С наклоном. И в 5 минут обтягивали все дело. Но мы же не его... Что благоволила Ура в этот серый дождливый день, когда пустеют скверы, и к моему плечу надушенной щекой ты прижимаешься, а взор твой колдовской блуждает в небесах, не замечая блеска необойденных луж, не различая плеска, о, соблаговоли спуститься с высоты. Нет, нет, не отец, мне кажется, Аскольд, из нас двоих ты дамам головы кружил сильнее. Ведь на пустой желудок могут пить одни медведи в цирке. А дамок лишь высоким слогом я разрешаю. Понял? Без рук, я говорю, без рук! Ударяется головой об стол. Очнись, ведь ты единственный мой друг. Проснись, проснись, Осколь. Расталкивает его. Красные рассказы. Я опять умчусь к вам, нежные Амалия, Агнесса, к свидетелям моих прекрасных чувств, к вам, Фатима, Мария, Марианна. Я никогда нигде вас не бросал. Я и сейчас остался вашего сына. Похудовее вижу истеричка, и хитрющий взгляд, и глаз один косой, жаль мужа. Дьявол побери мужей, которых ревность губит. Неужели они не понимают, не дано им победить Жуана? Призван был, чтоб вас воспеть любовью, шпагой ли. Я делал это страстно и утверждаю, даже смерть над красотою вашей не властно. Спасибо. Благодарим вас всех. Спасибо вам, что вы с нами.